От самых младших до старших в областном центре прошел чемпионат республики по спортивной гимнастике. На нем побывала и наша съемочная группа. И спорт, и грация. Соревнования собрали спортсменов из 7 городов Казахстана. Защищать честь Алматы приехали Артем Павлов и Милана Рузиева. Готовились к состязаниям полгода, приложили все усилия, чтобы сегодня изящно исполнить латиноамериканское танго под французскую композицию. Павловский пара выступает во второй раз. Признаются, есть небольшое волнение. Ведь от результата зависит спортивная карьера. Мы занимаемся с моей напарницей около 2,5 лет. Готовились к этим соревнованиям довольно долго, полгода. Зависим полностью от друг друга. По отдельности мы не работаем. Выложились на все 100, чтобы защитить свой регион. Вот что так вам победа здесь? Может, новое звание присвоит. Мы сейчас кандидаты в мастера спорта. А вот эти парни в желто-красных костюмах приехали из АКСУ. Слаженная командная работа помогла исполнить один из сложных трюков – построить пирамиду. Они рассчитывают на победу, ведь до этого дня покорили своими выступлениями ряд городов. На разе было 2 первых места. Здесь мы сейчас второй раз. Первый раз было первое место, сейчас вот не знаю, какое будет. Потом в Уфе было 3-е место и в Новосибирске было 1-е место. Эти соревнования стали традиционными. Ежегодно в них принимают участие порядка 200 спортсменов со всех регионов. В этом желающих побороться за звание победителя не меньше. Выступают акробаты в разных возрастных категориях. У нас 4 возрастные категории. 15 лет и младше, 17 лет и младше, 12-18, 13-19. Все. И в каждой возрастной категории соревнуются дети в парной работе. Это мужские парные упражнения, смешанные мальчик с девочкой и женские парные упражнения. А сегодня третий день заключительный. По окончании соревнований будут подведены итоги и награждены призеры и победители. Кизель Закарья, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.